В преддверии Наурыза в Алматы открыли Центр развития женского предпринимательства. Он призван стать площадкой для нефинансовой поддержки бизнес-леди, где они смогут получить ряд услуг для запуска стартапов, дальнейшего расширения и развития существующего бизнеса. Предпринимательницы также смогут принять участие в обучающих программах и нетворкинг-мероприятиях. Стоит отметить, что подобные центры были ранее открыты и в 13 других регионах. Туда поступило более 500 заявок от желающих пройти обучение. Специалисты провели анализ потребностей в данных регионах для выявления основных тематик обучения. В ближайшее время будут проведены первые обучения по выявленным потребностям женщин. Этот центр, я уверена, подарит надежду, подарит новые возможности для женщин в бизнесе, которые готовы открыть свое новое дело или же сделать его более успешным, продвинуть его, развить.